Здравствуйте, молодые мои люди, хорошие мои! Я пришел! Так, спокойно. Давай, маленький, давай! Ну, так не пойдет. Отец моды активейтед! Давай! Раз! Два, маленький! В лобби, родные мои! Еще кто-то, еще кто-то! Три! Давай, неси сюда! Четыре! А, мои хорошие, мои сладкие! Вот это разумалый, пожалуйста! А кто здесь еще? Кто еще? Ну, ладно. Вот! Йоу! Привет, дружище! Привет, братишка! Привет, сестренка! С тобой, как всегда, я отец Шуморо. И добро пожаловать в обновленный Apex Legends. И ты знаешь, я тут сидел и думал, а ведь у меня есть 40 минут, которые я могу провести вместе с тобой сегодня. Поэтому прямо сейчас мы будем с тобой смотреть на те обновления, которые я не увидел в своем первом взгляде. Да, будем искать с тобой разные вариации. Ребята мне написали, что здесь очень много всего нового. Изменили стрельбы, изменили насадки. То есть, игра стала совсем другой, а я, видишь, не все тебе показал в первом взгляде. И тем более ты мне лайк царский королевский поставил, значит, ты хочешь еще, я поснимаю еще для тебя Apex Legends, пополучаю удовольствие. Надо бы поигрывать в него чаще, потому что я перестал в него играть часто. Как я тебе уже и говорил, да? Но, тем не менее, удовольствие получить хочется, потому что полностью все новое. Новая карта, новые приключения и прочее, да? А ты пока рассказывай, как у тебя дела, что у тебя нового, что у тебя интересного, что у тебя хорошего, нехорошего происходит. Давай, буду читать тебе сегодня, как обычно. А то ты что-то как-то это стал. Ну, пишешь как-то так, понимаешь, через лень, понимаешь? Что, iPhone новый себе 11 купил, что ли, уже, да? То есть уже лень писать, да? Просто приходишь на видео, уже ничего не пишешь. Уже просто вот с айфоном своим наслаждаешься новым. И все, кстати, как, у кого 11-й iPhone, напиши мне, как тебе он. Потому что думаю свою десяточку менять, понимаешь, как бы. У меня iPhone 10 256 гигов, вот. Я думаю, 512 стоит брать или 256 оставить. У меня, в принципе, 150 гигов осталось свободно, как бы. Ну, ты знаешь, я особо не забиваю там телефон, как женщины это делают, да, там. Не снимают всякого говна, который хранится там, я не знаю, по куче времени, скажем так, да. У меня такой проблемы нет, да я особо много чего не заспамливаю. Только любимые игры, я в основном на телефоне играю больше не в шутеры, наверное, да, а во всякие разные другие игры. Мне больше нравится все эти, типа, брал Stars и прочего. То есть мне такие игрушки нравятся. На телефоне самое то. Вот, Hearthstone и всякие у меня там и прочее. Вот, поэтому, в принципе, я не набиваю телефон играми, да. Я не игрок на мобилке, я на мобилке игрок в туалете. Вот, поэтому напиши мне, что у тебя, какие впечатления. По поводу айфона, если ты приобрел, как бы. Так, значит, у нас там ребята. Давай посмотрим, что мы с тобой здесь поупускали, что мы с тобой не поупускали, какие моменты важные у нас здесь есть. И что мы с тобой сможем сделать. Где-то здесь песочники, да? Мальчишка там что-то говорил. Что типа, вот, меня убивают. Ах ты, маленький балабол, приманил меня, приманил отца на защиту, да? Ах ты, вонючка. Приманил, чтоб папочка защищал его, понимаешь? Кусончик петушка, блин. Бывают такие, да? Либо промазал метки. Такой тоже. Часто мажешь метки свои, напиши мне. Признайся честно. Часто промахиваешься? Потому что это очень важно. Сынок еще решил загавкать. Поддержать, как говорится, файтинг. Так, значит, там воюют, сейчас будем внедряться с тобой, короче. Сейчас будем с тобой внедряться. Важно повоевать вовремя, понимаешь? Опа! Здравствуйте, молодые мои люди, хорошие мои! Я пришел! Так, спокойно. Давай, маленький, давай! Не, так не пойдет. Отец моды активейтед! Давай! Раз! Два, маленький! В лобби, родные мои! Еще кто-то, еще кто-то! Три! Давай, иди все сюда! Четыре! А, мои хорошие, мои сладкие! Вот это разумалый, блин! А кто здесь еще? А ты еще, ну ладно. Вот!
Все, я разыгрался, все, мне хорошо. Ой, как мне хорошо здесь было. А, вот это да. Вот это да. Вот это я понял, вот это ощущение, когда приходишь в игру, понимаешь? Заходишь в дом, где сидят пабгеры. И пабгеры больше в доме не сидят. И это, понимаешь, это безумное вонючее чувство, когда ты понимаешь, что секс удался. Ну, то есть, понимаешь? Весь секс и смак катки, это когда вот происходит момент, когда ты получаешь катарсис, понимаешь, от происходящего. Сейчас. Подожди, мне кажется, сейчас нас перекроют здесь, и вся моя радость кончится очень быстро, понимаешь? И радости моей предела больше не будет, понимаешь, когда вот... Потому что бывают катки, когда ты просто ищешь шмотки всю катку, да? Ты ничего не находишь, как бы бегаешь как говно до финала, блин. Там повоюешь и все. Я такие катки не выкладываю. То есть, допустим, бегаешь до финала, у тебя там в финале один фраг, ты взял топ-1. Че это за говно? Подожди. А-а-а, это оставшийся теленок, молодой мой петушкан. Все понятно. Вот, понимаешь, это реально говно. Как бы, смысла в этом нет, это скучнейшая поеботина. То есть, понимаешь, я вот стараюсь избегать скучнейшей поеботины, и когда я вижу цимус, я получаю удовольствие. То есть, в этом весь цимус, в динамике, когда рашат, когда приключения, когда кто-то воюет, когда все стреляют, взрывы, бабам, тадынч, ай-ай-ай-ай-ай-ай, кто-то убегает там, ай-ай-ай, меня стреляют. Ну, то есть, вот такие эмоции, понимаешь? А когда ты бегаешь, лут, о, коробка мертвого человека, золотая ее. Пойду дальше. Уже топ-3. Ага, какая же скучная хуйня только что была, блядь, со мной. Это реально, это ужасно. Это ужасно. Была бы моя воля, я бы все голодные игры сделал на карте 10 метров на 10 метров, блядь. Чтоб вот просто, кто успеет, тот топ-1 возьмет. Вот 100 тел. Значит, помещаются, значит, в маленькое помещение, в квадратик, блядь. На полу все устилено, я не знаю, оружием. В огромном количестве, да? Кто успел подобрал, кто всех убил, тот заебись. Все. Все, вот. Зато кайф сразу. Сразу стрельба, сразу приключения, сразу война, понимаешь? Понаделают, блядь, здесь карт, нахуй, 25 квадратных километров, там, на 25 квадратных километров. И на, выживай тут, как бы. Столкнулась с врагом. Нас пушат, понимаешь? А у нас нормальные такие выживальщики. Посмотри-ка, обилки, скиллы, все юзается. То есть, все как надо, понимаешь? Эй! Эй! Этот робот, это самое везучее создание, что я видел, блин. Захотелось проверить пулемет, как говорится, да? Не, вот тебе и пулемет. Девочка еще дурочка какая-то забралась. Это что такое, блядь? Что за наглая залупа, блядь, здесь прыгает против нас? Молодая, ты че, блин? Так. Где-то должен быть здесь пьяный мастер. А-а-а! Ему один шот был. Ну ладно. Давай попробуем с тобой пролутаться, как говорится, аккуратно. Мы попробуем пролутаться, бру, чтобы не обосраться, бру. Пролутаться, бру. Воу-воу. Топает, слышь? Молодой человек. Дурак! Лассандра! Лассара! Вот это катка, понимаешь, закатилась. Просто с тобой только на катку зашли, как говорится, поболтать. Получить удовольствие, поговорить о чем-то, да? Сделать какие-то выводы, эмоции получить. И тут столько навалило, просто вот эта доза. Вот это, а ты знаешь, я вот читал комментарии под прошлым выпуском. И многие ребята сравнили, значит, новый Apex, новую карту. А, сейчас, подожди. Чихуй. Ой, извини. Чихнул. Вот, многие ребята сравнили...
новую карту, значит, с Fortnite. Понимаешь? Что типа разработчики пиздят друг у друга контент. Скажи мне, это так или нет? Я просто в Fortnite, видишь, давно не играл. Очень давно я не играл в Fortnite. Очень-очень давно не играл в Fortnite, потому что, в принципе, неинтересно мне стало как-то. Да я вообще от голодных игр, как ты знаешь, давно уже отошел. То есть, ну, такое, я получаю удовольствие чисто, ну, вот пострелять мне нравится. Вот, а, соответственно, как бы голодные игры, ну, они приедаются быстро, да? Fortnite, ну, я не знаю, там слишком много таких всяких изменений, постоянно какие-то шарики катаются, какая-то залупа взрывается, то есть, как бы, и хочется посмотреть, и вообще не тянет почему-то. Ну, вот такое бывает, когда у тебя не стоит. Понимаешь, вот стояло раньше очень сильно, да, тебе было, тебе нравилось, то есть, как тебе хотелось зайти, как бы, и получить удовольствие, а сейчас не стоит. То есть, я не знаю, старость это, не радость там, я не знаю, сексуальность какая-то там, еще связанная с чем-то там, я не знаю. Может быть, нужны эти, блядь, Виагра, Валера хотел сказать, это таблетка Валера, на все случаи жизни. Валеры, не обижайтесь, сегодня я затронул вас случайно, как бы, поэтому без обид. Ну, так вот. Я поэтому не знаю, что там в Fortnite, но, как я понял, я посмотрел там скриншоты, посмотрел последний контент, и реально оно похоже. Неужели они друг у дружку пиздят материал? Неужели это так? Напиши мне. Напиши мне, если ты вдруг поигрываешь там в Fortnite и поигрываешь в Apex Legends, понимаешь? То есть, мне такое ощущение, что они подпизживают у друг друга, понимаешь? А если они подпизживают у друг друга, это не есть... Не есть хорошо. Вижу врагов. Очень херово, когда занимают топовую позицию. Снизу. Лечимся. Спокойно. Еще один маленький, не меня! Я уже за стеной был. Ну да ладно. Спасибо, девочка. Очень плохая позиция сейчас у нас. Мы внизу, а не сверху, сбоку, сзади. Со всех сторон и... Это очень херово. Мы зажаты, получается. Позиционирование в голодных играх это чуть ли не самое важное, да, что должно приносить удовольствие. То есть, как бы, если ты неправильно позиционируешь... Ну, зачем вы здесь застроились? Ну, вас же рашанут здесь! Хотя мы можем попробовать, в принципе, отбиться. Возвращают долг, сэр. Нет, не верну, прошу прощения. Я пытался. Надо уходить. Заходите в туннель. Заходите в туннель. Мальчишки. Кольцо не слишком далеко. Осталось 40. Портал открыт. Заползайте, заходи. Говнарь вонючий. Вот она, команда мечты моей. Так все хорошо начиналось, и вы отдались мне! Ну, не мне, в принципе, им. Так, сейчас аккуратненько. Нужно найти позицию до топа. Вот это обоссанность ситуации, а. Вот тебе и каточка веселая. Вот тебе и классно так проводим время. Меня видят? Да. Заебись. И здесь, ребята! Нравится! Охуенно! Только не толпой. Трахайте, но не толпой! Не толпой! Гопота вонючая, блядь. Хорошее место для приземления. Ну что ж, дружище, значит, я решил оставить ту катку, и мы с тобой, соответственно, ты увидишь, что у нас было. Сейчас запишем катку, 5-минутную, минутную, 1-секундную, вообще срать, и просто поговорим с тобой о, значит, массовом групповом сексе в этой игре. Оно присутствует, когда твоя команда теряет свою сноровку, да? То есть, как бы, и тебя начинает трахать все вокруг, что движется и видится. Значит, по поводу новой карты. Она абсолютно по-другому играется. Она абсолютно по-другому видится. Она абсолютно шикарна, на мой взгляд. А вот оно начало. А вот оно начало. Минус один уже у нас. Хорошо. Собака!
За промахи мои! Все! На помощь! Держись, я тебя прикрою. И вот так вот они умирают все вокруг, да, Абдам? На помощь! На помощь, спасибо тебе за заботу! На помощь! Я чуть в лобби не ушла, и команду сменил! Его уже убили. Его уже убили, пока я лечил одного. Смотрим по сторонам. Остались только мы. Нужно перебивать. Все, подожди. Давай. Перезаряжаю. Да что, блин? Просто? Хорошо. Еще? Давай еще. Ты понимаешь, я не успеваю лечить своих людей. Враг. Какой враг рядом? Тут еще кто-то реально. Там еще кто-то топал. Я охуевлен и взбудоражен просто от этих рандомов. Вот, скажи мне, у тебя горит... Что спрашивать-то, как бы? У всех горит от рандомов, понимаешь? Когда... Я хочу, чтобы... Почему они не ввели в третьем? Вот я очень сильно обиделся. Знаешь, на обиженных воду возят. Не обиделся, я огорчился. Я немножечко подрастроился, давай называть так. То, что я думал, что в третьем сезоне режим топ-1 введут как отдельный функциональный полноценный режим. Почему его здесь нет? Я расстроен категорически. Не люблю рассчитывать на членососов, понимаешь? Вот не люблю, не привык. К сожалению. Хотя, с другой стороны, вот топ-1 ввели, я там топ-1 за топ-1 брал, как бы, и тоже наскучило. Да и ребятам наскучило. Я тебе каждый день, там, через день выкладывал кучу каток топ-1. То есть в одном видео по 3 штуки, да? То есть это реально наскучивает ребятам. Мне такое ощущение порой складывается, что ребятам нравится смотреть, как я сосу. Понимаешь? Я не понимаю, в чем дело, но я, судя по, вообще, пойдемте по сюда. Оценкам, да, моих видосов, ребята, вот тебе нравится смотреть, как я сосу? У меня не порно-канал, блядь. Понимаешь? Ты, может быть, что-то перепутал, но у меня здесь совсем не порно-канал, братья мои и сестры. Поэтому, как я сосу, не надо это самое. Просить у меня. Остерегайся выстрелов в голову. Вот, потому что реально, вот, по Апексу, да, снимал тебе по 3 топ-1, по 2 топ-1 в одном видео тебе выкладывал. Ну, так, ну, просто, ну, нормально, Шамору, ну, как обычно, ну, нормально, ну, как обычно. Давай что-нибудь другое, давай что-нибудь другое. Шамору сосет? А? Шамору сосет? Еще! Еще покажи! Что это за хуйня пошла, блядь, у нас? Здесь пистолет, пулемет и щейка. Нет, я сосать умею, в принципе, Гай. Я это неправильно понял. Я имею в виду то, что катки бывают разные. То есть, но почему тебе именно это надо? Тихо. Все любят смотреть на фейлы. Так, я когда играю в команде, не я фейлю, а они умирают. Я тоже потом следом, потому что они умирают. Понимаешь, все взаимосвязано. Бегунок. Бегунок побегун. Раскидал свои сиськи. Кто-то проходил. Перезаряжаю. Нашла врага. Здесь маленький. Кого-то ранее. Это моя жертва. Это моя жертва будет, смотри. Это моя жертва. Иди сюда! Да что тут происходит, блин, с дробовиком? Меня заметили. Перезаряжаю. Бегунок, членосос. Тантаран, тантаран. Сканирую. Так, сейчас аккуратненько полутаемся. Новую насадочку с тобой захватили. Сейчас посмотрим, что это такое. Насколько в ней много секса. Здравствуйте. Смотри, это лут курьера. Шнырь курьеры, реально, блин. Дота процветает, как говорится, да? Так. Здравствуйте. Все, это был последний. Вот, что я хотел сказать тебе по поводу Доты, кстати. В Доту играешь, нет? Вот, знаете, интересное, да, явление? У нас в СНГ очень сильно распространен мамкин киберспорт, да? Каждый уважающий себя много школьник считает долгом своей чести стать киберспортсменом. Смотрит на всякие интернейшналы.
значит, и думает, что он сможет зарабатывать миллионы денег, став тоже киберспортсменом по Доте 2. И зависает в ней сутками. Понимаешь? Как ты считаешь, это правильно? Напиши мне. Это первое. Второе. Есть другой проект под названием LOL. Да? Loud on the floor. Loud on... Не, бля. А как LOL расшифровывается? Хрен его знает. Ну, вот, в общем, есть такой проект. Соответственно. И он не очень популярен в СНГ. Объясни мне причину. Хотя LOL выглядит, на мой взгляд, симпатичнее и сексуальнее. Но это имхо. Понимаешь, это личное мнение каждого, что как выглядит. Кому-то нравится там PUBG с его уебищной графикой, да? Кому-то не нравится Apex с его восхитительной стилизацией. То есть, видишь, у всех свое мнение. Выше нос. Сейчас я им покажу. Малыш. Да? Два. Лови, лови, спокойно. Домой, домой, мальчишка. Подтверждаю убийство. Так. Еще тупает. Перезаряжаю. Тут еще один маленький. Секунду. Нужно перезарядить. Друга потерял, да? Вот я тебе и говорил. Я тебе говорил, в команде с свинососами не играй. Золотой щит. Замаскированный, блядь. Охуеть. Такое первый раз вижу. Так, я подобрать обратно не могу, потому что у меня щит лучше. Они же наизменяли. Теперь, типа, щиты нас быстрее лечат. Сейчас посмотрим, все это проверим. Все отлично. Наши вроде бы воины, понимаешь, настоящие. То есть тигриные. Вроде бы отряд на членососов попался. Нормально. Все, это топчик, понимаешь. Это топчик охуенный. Это топчик непременный. Здесь легкие боеприпасы. Так. Да, смотри, я вроде бы быстро перезаряжаюсь. Неважно. Я вроде бы очень быстро перезаряжаюсь. Это очень пиздато, на самом деле. Это прям... Это прям кайф. Так, что-нибудь упустил? А вроде бы не. Еще часто пишут мне ребята. Шумору, ты хуёво лутаешься, блядь. Хуёво я лутаюсь, блядь. Я лутаюсь то, что мне нравится, понимаешь? Это как в PUBG. Пропустишь прицел 8X или возьмешь, не возьмешь М24, блядь, когда у тебя кар. Ну мне нравится кар больше, чем М24. Почему я должен, блядь, говорить тебе постоянно? Извини, ты сейчас бомбанул это личное. Да. Мы быстрее перезаряжаемся. А раньше было, что нужен рюкзак. Вот, значит, понимаешь? Ну, если я не беру какую-то вещь, это не значит, что я ее пропустил, блядь, или в шары долблюсь. Ну, а мне не нравится. Ну, не играю я с 6X. Не играю я, блядь, с 8X. Не играю я с М24. Не играю с 4X часто. Ну, это не мое, это не мой стиль игры, блядь. Неужели сложно понять, блядь, понимаешь? И здесь вот что-нибудь. Ты так хуево лутаешься. Это сейчас был крик души. Поэтому прошу прощения. Я же не должен подойти к ящику, блядь, и сказать тебе, так, я не беру вот это и вот это, потому что мне это не нравится. Это нужно понять, блядь, уже. Понимаешь, пока ты видосы смотришь. Мозги, блядь, существуют для того, чтобы понимать то, что ты видишь, понимаешь? А не то, что Шумору долбится, блядь. Шумору долбится вот, вот так вот долбится Шумору. Вот так выходит, блядь, вот так. И долбится, блядь. Вот это Шумору. Сейчас наверху еще один. Перезаряжаю. Спокойно, спокойно, спокойно. У нас все хорошо. Там респаун пошел, да, или что? Где здесь еще один? И еще один. Так, это добивунчик. Девочка, здравствуйте. Здравствуйте, блядь! Сверху по мне стреляла. А, хорошо, ой, как хорошо закатывается, да? Вот это секс. Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Вот это я, да. Да, вот это да. Опа. Здравствуйте. Да, вот это да. Вот это я хорош. Вот это у меня стоит на себя. Вот это я понимаю, понимаешь? Вот это приключение. Вот это катка. Вот это катка. Вот это да. Че, раздражаю тебя чуть-чуть, не? Ну а хули ты хотел? Как бы жизнь такая, понимаешь? Не мы-то, игра такая, понимаешь? Но ты знаешь, а чем мне нравится Apex? Здесь ты
им блед бьешь, да? Это как вот я раньше играл много в Destiny 2. То есть я очень много играл в PvP. Ну, просто нравилось, как бы. Просто интересно. Ты просто получаешь удовольствие. Там много дисбалансных пушек, на мой взгляд. Там много дисбалансных моментов. Но там высокая динамика. В Apex такая же динамика по скорости, соответственно, игры. Вот. И, ну, мне нравится просто. Но я получаю удовольствие от динамики. Это, если бы в этой игре не было такой... Если бы здесь динамика была как в PUBG, я бы в нее не играл. Честно. То есть, как бы, вот эти скиллы, вот эта хуйня. Это как бы так себе мне. Мне нравится именно динамика. Мне нравится... Я много в Quake играл. Я много в CS играл. Я вообще во много разных игр. Я в стратегии очень много также играл у меня. Мастер-лига Зерг в StarCraft 2, например, да? То есть... Как бы, когда игра только вышла, задрачивал много, то есть, как бы, у меня 200 с чем-то АПМ, то есть, у меня очень хорошо все получалось и в стратегиях, и так далее, но шутеры всегда у меня, знаешь, превалировали над всем остальным. Также люблю ММО и РПГ классические. Обожаю топ-даун РПГ, типа Pass of Exiles, Diablo, это мои любимые игры. Шутеры на втором месте после этого. Это мои любимейшие игры. Топ-даун гринделки. Это просто, это мое. Вот как The Lost Ark, да, как Diablo, как... Ой, в Diablo в этом, блин, на хардкоре, когда он только вышел, играли, это просто жесть, там гномов в подвале фармили. Столько было в игрового опыта, и вот Apex мне доставляет больше всего динамикой. Динамика игры. Больше ничем, по сути. Именно динамикой. Ну, механики интересные, анимации красивые, да, то есть проработка классной игры. Ну-ка, подожди, вот сюда вот можно? Могу ли я здесь прикемперить? Внимание, кольцо сужается, да. У всей команды. Вот, значит, ну, то есть, мне нравится именно процесс фрагования здесь. Так же, как и, в принципе, в PUBG всегда было, мне нравится процесс перестрелки, процесс, как ты обхитришь противника, как ты обойдешь, как ты получишь от него удовольствие, как ты войдешь в него, в какую часть места ты ему войдешь, и как ты это сделаешь, то есть, как ты позиционно отыграешь. Вот это вот все, вот это прикольно. То есть, это самое интересное, что есть в игре. Ни классы, ни скиллы, ни абилки. Я бы вообще с удовольствием, чтобы был свой созданный персонаж, свой класс, который ты мог собирать бы. Да, например, кастомный. Почему в Apex до сих пор нету кастомного класса? Выбрал лицо, выбрал... Нахуй предысторию эту, не нужна она вообще. Просто свой кастомный класс, который ты собираешь по абилкам, чтобы он был сбалансированный. Да, который ты собираешь, можешь взять там абилку у Octane, например, абилку там у того-то, да, то есть ульту. То есть, ну, это был бы дисбаланс, конечно, но как-то уменьшить силу... Нам пизда. У них высота. Хотя они не в зоне, они должны выйти на нас. Но вот это выбивать смысла нет. Мы не выбьем это. Это надо либо... Либо рашить, либо чё? А то будет горячо, мне блоуджоб не сделали. Вот, и... Сейчас, подожди. Надо подумать. Мы их не выбьем оттуда. Ну-ка. А если ракетами зарядить? Проебали позицию. Да они сюда должны идти, по идее. У меня ничего дальнобойного нет. Ни длинного лука, ничего. На этой карте длинный лук нужно обязательно брать, мне кажется. Иначе... Все без секса будет у нас. Здесь нужен длинный лук. Чтобы рашить сук. Но они должны выбиться, по сути, прийти к нам. Мы должны просто занять позицию здесь грамотно. И... Ну, странно. Ну, ребят, ну отойдите, ну не стойте под ними! Что ребята делают? Ой, блядь. Ой, это команда мечты снова. Смотри, их лучом блоуджобят! Они здесь. Отходим. Хорошо. Мне не нравится. Я ненавижу играть в команде, блядь, долбоебов. Спокойно. Отойди от меня, уйди! Так. Только не толпой!
ранена. Так. Я все на сегодня. Да... Дайте мне соло-режим, блядь. Соло-режим. Сол-бунт. Шучу. На самом деле нормально отыграли. У них была позиция, наши отдались как шлюхи. Тут меня вдвоем приняли в два ствола. Когда тебя принимают в два ствола, ты либо получаешь удовольствие, либо отлетаешь сразу. Запомни этот жизненный факт. Все, люблю, целую, секса. Пока.